Всем привет! Сегодня в обзоре продажи покажу новые автомобили. Вот L2 H2 316 серебро приехал с парка, показывал в группе в Вайбере. 516 средний. Все покажем. Смотрите ролики. Подписывайтесь в группу Вайбер, там буду сбрасывать фотографии. Итак, 316, 2016 год. Вот на зимней резине уже приехал. Сейчас обойдем, заведем, все покажем. Вот резина почти новая. Камера. Начнем, раз мы уже здесь, с багажного отсека. Цена автомобиля 20 тысяч. Подножка. Сиденье пилот. Остановлюсь на ВИН-коде для проверки. Сиденье пилот у нас. Большой плафон. Сигнализация. Вот блок под навигацию. $183 000. Уже похолодало, 6 градусов, держит обороты. Вот, камера, все работает. Двигатель работает ровно. Но это не показатель. Такой вот сегодня в обзоре автомобиль. Пишите, звоните. Вот есть еще средний на Ксеноне, 2016 год, цена 21 000. Коротко, 316 Макси, 15 год, 18 000, 18 500 Макси база. Новый Макси приехал на спарке. 22 крафтер, 25 холодильник. Ну, еще конкретно подойдем к ним. Такой вот сегодня у нас серебристый красавчик. Всем пока, ребята. До новых встреч!